сьогодні така річниця, визначна дата. Які от у вас емоції, які відчуття? Ну і можливо, ну кілька слів. Зараз на сході теж іде війна. І знову ж таки гинуть наші хлопці. Кілька слів про це скажіть, будь ласка. Да. Ви знаєте, я, мабуть, почну з них. Вони зараз в такому возрасті, як я був. Я пережив своїм серцем. І зараз мені... Це отличні наші ребята. Я не можу довго знаходитися у телевізорі наблюдати. Тому що я через себя это пропускаю. Я был в таком возрасте. Но там какая-то обстановка была совсем другая. Понимаете? Я счастлив тем, что я освобождал город Ровно. И я вот тут же жил. И сейчас я чувствую, как все равно в родном доме. Почитают меня тут. И я почитаю. И я себе ровенским считаю. И многое делаю. Я занимаюсь еще и художеством. Так вот, у меня много рисунков местности, где я был. А был, конечно, вот тут форсировал отсюда 10 километров речку. Выбили там фрицев. А потом прямо ровно я очутился на кладбище Ровенском. И когда глянул вот так вот, а фашисты отступали в направлении Луцка. И вот, а я был минометчик, огневая позиция на ходу у меня. Ребята, вон фашисты отступают. Молодежь была, не удержишь. И вот так мы выгнали, преследовали немцев, освободили город Ровно. И в этом походе отличились и наши ребята. Умели воевать, умели заслуженно поддерживать. И я сейчас, когда иду, мне приятно, что я хожу теми улицами, теми переулками. Кладбище, вот там я остановился и оттуда наблюдал, как фашисты убегали в сторону Луцка, а их преследовали, а я минометом их сопровождал, фашистов. А скажите, звідки вы родом? Я с Кубани. С Кубани сами? Да. А скільки вам було, коли от вас на Рівне визволяли? Скільки років? Вот, девушка, я 23-го года. Вы извините, потому что я немножко переболел. У меня вроде как инсульта было. Вот. Ну, и вы на свои вот... года вообще хорошо выглядите, да? Ну, я вот так вот. Вы забывали, что вы сказали, что вы 23-го року народження. Да, я 23-го. Вот Краснодар. В Краснодаре у меня, значит, там и родственники есть. А Краснодар – это мой краевой город. 20-30 километров я вот там учился, закончил школу. Ну, как вам сказать, пользовался авторитетом, особенно среди девочек. 20 лет ему было, да. 20 лет. Я рисовал, я писал стишки. А тогда модно было, девочки писали альбомы. И вот всегда они меня штурмовали. А я рисовал им альбомы, так что я пользовался авторитетом. Ну, бачите, я зараз у дідячі. З удовольствием. Складний військовий час, так? Я зараз мьотом ще писали писала. Вірші, малювали, так? І малювали, і є у мене. Вот. Ну, що вам сказати, дівчатки? Вот, я такой, я вже сказав, що я був писучий такой. Так от, коли почалась війна, і мені попався блокнот вот такой. Толстенький такой был. И вот с этим блокнотом я пошел на фронт. И прошел я этот фронт, и некоторые записки делал в этот блокнот. И я с ним, с этим блокнотом, пришел
уже после окончания войны. И вот интерн был, я дал ребятам этот блокнот. Кое-что, конечно, я по ходу, когда это все было, а я писака был, бо девчата ко мне всегда приходили, а я им оформлял, тогда модно было, знаете, альбомы вот такие девочки заводили. А я им рисовал и стишки писал. Так вот этот блокнот, я его принес, и вот были у меня интерн, и я им давал, и они, значит, ну, его смотрели. Я с ним ушел на фронт, и сейчас этот блокнот у меня в моем архиве. Вот так, девочки. А расскажите ще, як ви виганяли німців з міста? Отак от, ви були мінометчиком, так? Да. Со сторони Костополя, скажіть. От розкажіть, як це все відбувалося. Со сторони Костополя, говоріть. Со взводом. От, девочки, дай мені пам'ять, у мене немножко пришиблено, як говориться, так? Вот, не сразу, а вот когда, значит, подожди-ка, я все. 8 километров отсюда, значит, форсировали, тут речка была. Я помню, вот все собираюсь как бы на то место выйти, мне на это место. И я помню, то там стояла хата такая, половина белая, пока это побелена была, половина голубая. И в этом месте мы форсировали. Немец на той стороне, там небольшая на речка, но все-таки речка. И вот немцы хотели нас задержать, а мы, в свою очередь, хотели их выбить. И мы таки выбили их оттуда. Вот. И прогнали. И вот с той стороны, потом уже, когда я пошел на ровно, ну, не я, конечно, с своими ребятами, пошел на ровно, то прошли километров 7-8 до кладбища Ровенского. Оно на высотке. И вот когда мы зашли в высотку, и нам видать, как немца гонят оттуда, где вот был обком партии, так вот там, значит, они отступают, а мы их долбаем минометом. А мы их долбаем минометом. Так что через некоторое время мы сумели не только освободить Ровно, но дали возможность помочь освободить и город Луцк. Вот это вся, я горжусь тем, что вот эта вся территория, я счастлив, что я освобождал. И вот мне эти места знакомые. Вот. И я этим горд, что моя лепта победы тоже участвует здесь. И я считаюсь как Ровенский освободитель города Ровно. Вот так вот, девочки. И мы вами гордимося, что у нас есть такие визволители.